Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску Ханны Карлсон «Рассветный час», ну и посмотреть все мои раскрашенные там работы. Я такое видео уже снимала, я правда не помню, когда это было, или год назад, или где-то полгода назад, но тогда я снимала несколько частей, там, допустим, были раскраски Ханны Карлсон, отдельно Джона Бесфорд, Керби Розаноса, а сейчас я так периодически хочу вместе с вами полистать уже отдельно каждую раскраску, ну, так. За это же время уже было что-то еще раскрашено, я, честно говоря, и сама-то не всегда помню, где и что я красила, и мне очень нравится иногда, особенно перед сном, взять какую-нибудь раскраску с полки и листать ее. И даже если она еще и я ее не начинала, все равно приятно полистать, посмотреть. Ну и вот такая у меня раскрашенная иллюстрация. Здесь очень забавный мышонок. Я, конечно, над ним тут поглумилась изрядно, после чего я решила никогда, ну, по крайней мере, на данный момент шерсть не раскрашивать точно, потому что начала я, в общем-то, с мордочки более-менее прилично, ну, а закончила так, что мышь как будто чем-то болеет. Вот. А так мне, в принципе, здесь нравится, как получилось. Кстати, бумага здесь очень такая прикольная, гладкая на ощупь. Почему-то она мне нравится. Вот эта иллюстрация. Здесь, мне кажется, что карандаши Ашан. Набор 50 цветов и гелевая ручка Краун. Могу, конечно, ошибаться, но тут либо Ашан, либо фикс прайс. Но я... Вот этот точно Ашан. Одно время я каждый месяц здесь раскрашивала по одной иллюстрации. Сейчас я чередую «Рассветный час» и «Дневные грезы», потому что много чего хочется задействовать, и на все не хватает время. Ну, понятно, что если я ставлю там раскраску в планы, как правило, я стараюсь все это выполнять. Но это прям уже из антистресса превращается в стресс. Эту иллюстрацию я раскрашивала или в июле, или в августе 2020 года. Вот. Здесь я сначала взяла сухую пастель Мунго. И, кажется, нескольких цветов. А потом белую ручку Сакура, которая обозначается как контур. Ну и, соответственно, прошлась по черному. Цвет смешался с сухой пастелью и стал таким розовеньким, прикольным. А тут еще ручка Краун с блестками. Мне понравилось, как получилось. Так, это забавно. Я в «Дневных грезах», скорее всего, повторю эксперимент. Там что-то похожее есть. И гелевые ручки, они вообще могут, конечно, вот Краун протекать. Но здесь ничего не протекло, потому что я практически на них не нажимала, но на них вообще не надо нажимать. Тогда они идеально пишут. Ну вот, тут такая простенькая иллюстрация. Так, что следующее? Да, вот здесь вот сухая пастель осталась. На самом деле можно вот так вот добавлять, ну, обматывать пищевой пленкой с краю, тогда точно ничего не будет. Тут у меня много таких пропущенных страничек. В прошлом месяце, по-моему, в прошлом месяце я вот это раскрашивала, собственно, вместе с Оксаной. Вот. Извините, очень жарко, окно открыто. Ну, соответственно, мотоциклы, машины жигулевского разлива. Ну, просто, как правило, на них так определенные люди ездят. Хотя сами машины жигули мне очень нравятся. Ну, вот я уже заметила это и в нашем районе, и в других районах. Вот такие звуки
на таких машинах издают, считая, видимо, что это прям очень-очень круто. И, вероятно, когда на них все оглядываются, они считают себя еще более крутыми. А этот разворот не в один месяц раскрашен. Сначала была раскрашена девушка, и через какое-то время рыбка. Ну, красили мы здесь, в общем-то, всегда с Оксаной. Тоже на фоне там сухая пастель, ну, карандаши, все дела. Вот эта иллюстрация здесь, акрил, так все выпуклое такое. Тут блестки луч, сухая пастель Мунга. Карандаши не знаю какие. Тут вот гелевая ручка, мне понравилось, прикольно получилось в сочетании вот с этой пастелью. Интересненькая такая иллюстрация. Блестки классные, мои любимые. Ну, вообще, вот если так посмотреть, красишь-красишь, а иллюстраций еще меньше не становится. Ну, это хорошо. Вот эта девушка мне нравится, как получилось. Здесь гуашь пастельная Эрих Краузе. Ну, ручки Краун. Ашан 50 цветов карандаши. Тогда я еще не прокладывала иллюстрации. И вот здесь немножко отпечаталась. Ну, это не критично, конечно, но... Вот. Опять же много пропущенного. Здесь нужно лист обязательно положить. Вот такая девушка. Как я уже говорила, лица я не прорисовываю. Я раскрашиваю каким-то светлым карандашом. Могу совсем чуть-чуть где-то затемнить, естественно. Но это совсем немного, чтобы было видно мне, а не на камеру, потому что мне тогда уже будет совсем как-то неприятно смотреть. Ну, я сама в жизни крашусь макияж без макияжа, поэтому вот. Прошу прощения, просто сообщения приходят в WhatsApp. Дальше здесь ничего. Вот с этой иллюстрацией я начинала, по-моему, самое первое. Тут я и акварель использовала, луч, и, ну и просто карандаши, и гелевые ручки. Ну, совсем простенькая иллюстрация, но, в принципе, нормально. Хочется, конечно, раскрасить вот этот разворот, но я не знаю, наверное, все-таки это будет в два захода. Просто то, что вот объединяет, это можно сразу раскрасить, но... Я думаю, что растяну это на 2 месяца, потому что разворот красивый и хочется раскрашивать именно в удовольствие. Ну вот, это все, что было здесь раскрашено. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.